Здравствуйте. Сегодня получил вот такой гаджет. Речь идет о мини-PC на базе операционной системы Android. В отличие от смарт-боксов для TV, здесь имеется место под флешку, CD микро, микро USB, 1 микро USB, 2 микро USB для подключения питания и USB хост для подключения периферии. Ну, в данном случае сюда я подключаю свисточек для мышки беспроводной. Загрузил на него без проблем каскаду. Что интересно, значит, помимо того, что данный мини-PC может работать как по Wi-Fi, так и по Bluetooth. Ну и плюс еще по USB. То есть получается, что если взять такое небольшое устройство, и если у вас есть телевизор, то на нем получаем своего рода, можно создать аналог планшета. То есть вы можете смотреть на телевизоре каналы телевидения, перейдя на подключение по разъему HDMI, можно наблюдать и управлять умным домом. По существу такая коробочка заменила собой планшет, не считая, конечно, экрана телевизора. Разрешающая способность на телевизоре очень хорошая. Характеристики технические можно посмотреть по данной ссылке. Сейчас посмотрим. Вот идут фотографии. Вот все разъемы его. В комплекте идет блок питания, кабель HDMI, для того, чтобы можно было воткнуть в телевизор. Как напрямую, так и через небольшой кабель. Блок питания. Вот его технические характеристики. То есть, что замечательно отличает его от других аналогичных устройств, типа TV-боксов, то, что у него есть возможность работы, как по Wi-Fi, так и по USB. Естественно, есть многоязычная поддержка, в том числе русский язык. Стоит недорого. Спасибо. Всего хорошего.